убрана вторая плита, сюда будет установлена новая плита на проектную отметку. На проспекте Таранца в Петропавловске дорожные работы заканчиваются. Уже уложен нижний слой асфальтового покрытия, установлены бортовые камни вдоль проезжей части. Готовность этого участка больше 70%. Сейчас ведется работа по регулированию крышек ливневых и канализационных колодцев до проектной отметки. Устанавливаются бортовые дорожные камни на примыканиях. Ну, как бы планируем сдать и при благоприятном стечении обстоятельств, ну, как то погода или какой-то еще форс-мажор, к 1 сентября планируем сдать объект. Сдать объект раньше на месяц позволит то, что контракт на выполнение работ был заключен в прошлом году. Всю зиму подрядчик мог завозить нужные материалы. Кроме того, повезло с погодой, которая позволила готовиться к работам еще в мае. Хотя, по мнению специалистов, это нужно делать еще раньше. Сроки начала работ были установлены 15 мая. Опять же, объясняю нормативно-правовыми актами. Поэтому при возможности мы сейчас это поручение дали с следующего года поменять нормативно-правовой акт. Мало того, мы с этого года начинаем уже торговаться на 21 год 50% выполняемых работ и на 22 год. С опозданием идут работы на улице Ларина. Подрядчик должен был приступить к холодному ресайклингу, но спецмашина, которая нужна для этих работ, находится на другом объекте. Вот она уже к нам на подходе, в принципе. Сейчас готовимся к ресайклингу. То есть он где-то в течение недели-двух недель будет осуществлен. Дальше переходим к нижнему слою. То есть до конца августа планируем закончить все работы по... Ну, тротуар уже есть, у нас на месте стоит. То есть все заезды и нижний слой будет везде лежать. Переходим ко второму слою. Планируем закончить работы с обережением на 2-3 недели. На улице Максутова уже обновили тротуары, выставили бордюрные камни, уложили новый слой дорожного покрытия. При этом специалисты отметили, что тот асфальт, который сейчас на дороге, не финишный слой. 5 сантиметров верхний слой. Он очень прочный, показал что в прошлые года, что он стоит минимум 3-4 года. К нему никто не возвращается. Гарантийный срок 3 года. И, конечно же, если какие-то возникнут вопросы в процессе эксплуатации данного объекта, конечно же, подрядчик обязуется и по контракту как бы исправлять все возникшие какие-то дефекты. Во время работ на участке обнаружилась неучтенная ливневка, но, по словам подрядчика, на сроки сдачи объекта это не повлияет. Рабочие уже готовятся к укладке верхнего слоя асфальта. Сейчас работы будут проводиться по устройству колодцев, и к концу августа уже будет проводиться работа по устройству верхнего слоя. Мы видим, что 100% практически бордюрный камень установлен, только кроме вот того участка, где будут проводиться работы по замене, связанные с дополнительными работами по ливневой канализации. После этих работ уже тогда, когда будут произведены, там будет установлен уже и нижний слой, и установка бордюрного камня. Поэтому подрядчики идут в графике. Замечания, которые раньше звучали в адрес подрядчика, уже устранены. По контракту сдать этот участок должны к ноябрю, но рабочие планируют и здесь завершить стройку раньше. Александра Галдина, Дмитрий Былков, информационное агентство «Камчатка».